Ну що, пройшла пора відпочивати, ми всі йдемо відпочивати на моря, у гори, активно, з родинами, з маленькими дітьми. І така поїздка, вона вимагає ретельної підготовки. Що зробити, щоб подорож була корисною? Що взяти для дитини? Знаєте, куди краще поїхати? Це одні з найважливіших питань. І знаєте, можна почитати багато статей в інтернеті, але найкраще попитати ці відповіді на питання у людини, яка має досвід. А цей досвід – це дві маленькі дитини. Ви зараз розумієте, про що йде мова? Катерина Жуліна у нас в гостях, режисер нашої ранкової програми. Але сьогодні вона мама двох діток. Катя, ми тебе чекаємо. Привітки! Ось де може підробляти режисер, якщо раптом щось не те. Ну, я так би дихала, от. Прийшлось приїхати. Катерина, ну, ти чула, про що щойно я говорила, ти мама двох діток, ти дуже активна людина. Я думаю, що про це знають всі. Безумовно, твої діти теж активні. Безумовно, вони завжди поряд з тобою. І в мене таке перше запитання. Коли, по-перше, розкажи про своїх діток, щоб наші глядачі розуміли, скільки їм років, і одразу запитання, коли ви почали разом відпочивати? От коли ти почала їх з собою брати? На море, на відпочинок, може, в горах побували вже, га? Зараз моїм двоїм діткам, одній 5 і мальчику 8 років. Первый раз мы на море поехали, когда старшему сыну было 5 месяцев. Ух ты! Да, это было осознанно. Море, как же, это ж полезно. Но это было осознанно, мы собирались ехать на море. 5 месяцев это было. Як до цього підготуватися? Сказать, как это было? Як? Это же коляска. Да. Большая коляска, 5 месяцев, ребенок еще только-только начинает сидеть. Ты не можешь его пересадить в летнюю коляску. Ну, коляска, вот, и еще очень много вещей. Тогда мы ехали отдыхать в Черноморск, это Одесская область, вот, то есть мы ехали с Киева поездом. Ну, я детские вещи, их, они маленькие, но их надо много было взять, потому что это каждый день менять, и поэтому это были большие, это был первый опыт. И сразу курьез первого опыта. Давай, курьезы мы полюбляем, рассказывай. Город у моря, курортный, комары. Ну да. Маленькие дети. И организм ребенка может среагировать на укус комара, может пойти разная аллергия. Да, и у нас было так, что мы... Я не подумала просто об этом. Ну, не подумала я. И, ну, почти раз, да. И первая ночь ребенка очень покусали комары, и пошла реакция, и у него вот он был весь красненький. И мы где-то неделю ездили на море, так он был такой красненький. И люди так ходили, смотрели с сожалением. Бедный ребенок, что же у него такое? Вот так вот. А ребеночек, ну, в общем... А зараз по цей так спокійно говориш, червоненький, я вже вмерла. Як зібратися, як взяти себе в руки і сказати, вгамуйся, да, моя дитина червоненька, нічого, ми на морі. От дійсно, ну, без жартів, як? Ви ж не перервали відпустку, ти кажеш, їздили на пляж червоненьким. Ну, я себе настроїла, я ж приїхала на море отдыхать. Так. Ну, нічого плохого не случилось, через пару днів це сойдет. Вот, конечно, ребеночку, ну, чесалась, и, конечно, уже тогда я подумала, что что-то тут я сделала не так, и уже мазали там и крем, и детские крема, и ставили на ночь от комаров. Як, ну, далі? Сопи там. Як далі все, ну, можливо, вже згодом, як підріс малий, от як відпочивати? Появився вторий ребенок. Так, ось. Віщо й добавилось, горшки добавились. Як бути тепер? Давай зупинимось на цьому віці, в якому вони зараз, да, вже більш дорослі. Чим ви мандруєте? Чим краще? Автобус чи потяг? Разними. Різними, розкажи. Да, різні у нас способи путешествий, но единственный пункт вот именно сейчас, когда мы путешествуем с детьми, это должен быть именно семейный отдых. Вот именно семейный отдых. Так. И в первую очередь, естественно, мы выбираем, где будет комфортно детям и где будет детская программа. Но наш же Николаев – это замечательный, чудесный город. И у нас есть замечательное еврейское общество. Вот, и каждый год... Каждое лето на неделю именно у нас организовывается семейный лагерь. И все с детками мы едем, собираемся организованно, едем на море, где есть и семейная программа. Это очень, ну, вот
такие разные поездки, на самом деле очень круто, потому что все организовано. То есть есть программа для детей, есть время занятиями с детьми, могут и родители отдохнуть, и дети с родителями могут вместе поучаствовать. Вот у нас есть фотографии, да, как раз с лагеря. То есть это каждый вечер у нас были выступления, были и дети, и взрослые задействованы. Мы успевали все, и спортивные соревнования мы сейчас видим, то есть тут и дети, и родители вместе, и змеев мы запускали, и мастер-классы были, и пели, и танцевали, и, в общем, ну, все что угодно. Дивись, це все продумано. Це все чудово, але я не, в мене нема такого табору НОЕК, і я не належу туди, і чим мені зайняти свою дитину? В тому ж потязі, на тому ж самому відпочинку, якщо погода погана, невже там сидіти в гаджетах і так далі. Я знаю, що в тебе є поради з цього приводу. Може, і много ти. Варіантів так. Різних, так як вони у мене мальчик і дівчинка, і різний возраст. Одному 5, другому 8, і їх треба по-разному і займати, звісно. Поэтому, значит, первым делом, и еще они у меня разного темперамента, что очень, ну, одна это более спокойная, другая более, ну, там, да, вагон не весело, вагон бывает тоже разный, бывают там тоже детки, поэтому вот, допустим, в принципе, это действует и на старшую, и на младшую. Это вот такие вот резиночки. Угу. Это да, вообще... Да, это уже знают все, я думаю. Вот я Тане дам задание, сейчас Таня будет заплести. Она будет разбираться в этом. Я в отпуску сидим. Ну, девочкам очень нравится. Иногда даже мальчики. Не лише детей можно занять таким. А спілкуюсь, я почну разбираться. Нет планшета, телефон, обязательно один мультик или игра должна быть. Некоторые даже по пару мультиков больших и полнометражных закачивают. Разные варианты. Все может быть, разная ситуация. Может быть, вы целый день едете в поезде или летите в самолете, и надо, ну, отвлекать ребенка, могут быть разные ситуации. Это как ситуация help. Это на самый последний вариант. Она где-то внизу сумочки лежит, но она всегда есть, и ты знаешь, что оно есть. И также есть вариант еще разукрашка. Она бывает... Ну, 5-10 минут, но все равно действует. Бывает. Ребенок захочет то, что обязательно разукрашка должна быть, особенно вот эта вот мелкая, вот дочка у меня это любит делать. Есть книжки, вариант с книжкой почитать, ребенку самому посмотреть. Ну, но это все сказать, быстрая смена. Ты можешь зацікавити дитину книгу. Новой книжкой, но, которую она до этого не видела, эту книжку, то ребенок почитает. Ну, я не скажу, что она будет час читать. Но 5-10 у нас 5-10 может потом через час, а потом может целые полчаса читать. Ну, то есть по-разному бывает. Очень бывает по-разному, но это тоже должно быть у нас обязательно. Ну, естественно, всякие разные вкусные конфетки, печеньки, это тоже очень отвлекает вот, ну, ребенка. Ну, діти, такий вік, що капризи, курйози. Може, в тебе є такі історії? Розкажи нам. От до чого готуватися нашим батькам? Оце діти, що говорити? Може бути акліматизація, сильні перепади настрою, це я кажу зі свого досвіду. От як бути в таких ситуаціях? Може, ти щось порадиш? Я думаю, діти вже дорослі, вже і самі можуть збирати, так, валізу, там собі речі. От як, чи долучаєшся? Як виходиш, да, з цього, от, можливо, ти їм кажеш, ні, це не треба, а вони от хочуть і кидають. От як із цього виходити, як їх? Я їм говорю, діти, ми збираємося їхати, наприклад, ви, там, на 2 дні ми їдемо відпочивати. Мы берем то-то-то, собирайте, какие вам надо игрушки, что вам надо. Уже как бы много времени прошло, они уже привыкли, что не надо всю торбу игрушек тащить. Они отбирают, не сразу в сумку, вот каждого своя там горка, они отобрали, я еще раз потом перебрала, и уже мы сложили с ними, потом положили. Потом берем, так? Да, таким образом. Ну все ж таки, курьезы, какие-то курьезные моменты, чи были в тебе? Но они всегда есть, потому что это дети. Это в непредвиденный момент я хочу кушать, я хочу в туалет, я хочу тот. Главное это самообладание. Родительская. Найспокійніша мама в світі. От бути режисером таким спокійним була. Яка... І що ти... Ну от як на це реагувати? Ну дійсно, Кать. Ну... Это уже, ну, ты со временем понимаешь. Бывает, что, ну, я не скажу, чтобы у меня ребенок вот так вот, не было случая, чтобы ребенок кричал на весь вагон. Нет, вот слава богу, такого не было. Они у меня любят путешествовать, им это нравится. Вот как-то с детства они привыкли, они могут у меня спокойно просидеть 3 часа в автобусе ехать, вот спокойно там, вот на море выезжаем, 3 часа спокойно они могут просидеть в автобусе,
Ну, бывает, что-то укусило, бывает разное, тут ну, у меня так, есть где-то так. печенье, я уже как-то вот наловчилась, но они уже привыкли, то есть они знают, что если мы спокойно с ними не доедем, то в следующий раз мы с ними уже не поедем. Mm-hmm. Вот, акклиматизация, это очень важный момент, когда мы вот ездили особенно со столицы вот в Одессу, это всегда у нас первая неделя был насморк. Но что очень большой плюс, мы ехали не просто на какую-то базу, мы ехали отдыхать к моим родственникам, угу. поэтому я могла себе позволить там не неделю отдыхать, не 10 дней, а 2-3 недели. И тогда первая неделя это насморк, чихание, все что угодно. І дві неділі ми спокійно ходимо на море. Ось ну, вона так, порада. Угу. Якщо їдете з родиною, як мінімум на 3 тижні. Акліматизація, відпочинок, не менше. Ніж 10 днів. А то виходить, що как бы, ребенок приїхав, і знову, у нас часто так вот було, бувало, коли там на неділю тільки поїхав, приїжджаєш, насморк, і ми все це починаємо лічити. Тобто ми могли переконатися, що розпочинати відпочивати з дітьми можна від 5 місяців. Ось вам, будь ласка, з власного досвіду, Катя нам і розказала. Ми тобі дякуємо. Тільки з самого утра. Давай. Я ж вже в отпуск собираю. Ти вже поспішаєш. Я знаю, що ти вже їдеш на море, так? Ви ж на море з дітьми плануєте зараз поїхати, так? Так, зараз на морі, і в цьому році ми вирішили перший раз спробувати море, гори, море. Вот таким образом. Це теж буде, ми були в горах зимою, а тепер ми будемо в горах літом. І для нас це теж якийсь новий опит. Навіть гори можна бути. Но теж все время ми искали, де именно з сім'єю. Є програма, що для сім'ї, щоб не просто там родители, вот, а щоб була сім'я. І маленькі, це замечательно, коли вже з місяця, з двох місяців ми їдемо на море, своїх дітей веземо. У мене дуже багато друзів, працюючих, наприклад, в інших містах, вони їдуть на море, вот в родной свой город, к своим родителям, и ведут, на все лето уезжают, везут своих маленьких детей, но на море они идут с 6 утра. После 10 вообще нечего делать. Очень много людей, уже грязный песок, уже грязная вода. А если мы хотим ребенка закалять, то надо очень-очень рано идти на море. В обед можно поспать. Кать, ну мы тоже не готовы. А что-то вы как-то не готовы вот, идти. У нас идти... только еще эфир. Знаешь, ты вот можешь как зайшла, так и выйти можешь. А? Не хочешь ну я тогда пошла, раз, я пошла удачного надо, эфира, а потом вы мне обещаете, что потом вы встанете. І пойдете. І на Кінбурн. От ми зараз спілкуємося і на Кінбурн. Поки що сюжетно, а потім реалістично. Катерина Жуліна, режисер ранкової програми «Новий день» була в нас в гостях. Мама двох дітей. Ми тобі дякуємо. Дійсно, поради були корисні.